Привет! Сегодня на улице минус 18. Ну, по крайней мере, так в интернете пишут. Заехал в лес. Там холодно, холодно, прихолодно. А выехал в поле на солнышко. Реально, вот я еду пуховкой. И сегодня только одна тоненькая флиска. Мне очень жарко, я вспотел, остановился. Рассказать, куда я еду и зачем. Значит, вот лыжня. Да, то есть еду просто по лыжне, ну вот тут съехал, лыжню вообще не порчу, по всей длине, просто медленно еду. Медленно еду, попадаю, соответственно, в колею, и вообще все офигенно получается. Сейчас попробую сделать какой-нибудь круг по лыжне, в этих местах, где до этого никогда не бывал, потому что на это поле рядом не заехать. Ну, вот, приехал из той деревни. Сейчас сделаю круг побольше. Вот резина, соответственно, очень широкая, 4,8. Она прям ровно по ширине лыжни. Я вот хожу по насту. Да, здесь стоять можно, лыжники офигенно тут сделали тропинку. Отхожу вот буквально чуть-чуть, все. Да. Вот такой вот пух. Соответственно, по такому пуху на фете. Я не знаю. Мне кажется, нереально. Ехал, нашел лыжню от снегохода. Вот один раз здесь снегоход проехал, и уже снег уплотнил настолько, что ехать просто вот видно, да, докуда я доехал и куда я поеду дальше. Очень классно. Вот там вот глубина снега, это просто я велик воткнул. Да, если я туда наступлю, то я по колено точно уйду. Видно, насколько снегоход продавил. Вот, так что можно, вот сейчас уже у нас появляется, уже можно ехать в совершенно разные направления. Прикольно. Так что погода офигенная, очень солнечно, очень хорошо. Катайтесь, выезжайте, выходите из дома, выходные, в будни, наслаждайтесь погодой, потому что скоро все это растает, и уже будет не так интересно. А зимой хотя бы разочек надо, да, на велике выехать, прокатиться. Все, пока.